Здравствуйте, друзья, с вами Дразица, мы продолжаем покорять просторы SnowRunner. В этой серии мы займемся поручением деревянный мост. Если есть желание немного заработать и оказать всему силу услугу, есть предложение соорудить здесь деревянный мост. Переправа тут нужна, деньги в администрации на него уже получили, возьмешься. Достать деревянному мосту, который у нас находится здесь, деревянный брус в количестве двух штук, награда 640 опыта, 7250 денег. Деревянный брус мы с вами возьмем здесь, на заводе Татра. Здесь стоит большой этот полуприцеп для высокого седла, да. И на нем как раз два бруса. Желаю всем приятного просмотра и поехали. Так, опоры крана. Перегрузим. Что нам гонять-то этот самосвал туда-сюда? Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, секунду. Ой, нет. Запутался в кнопках. О, нормально. Ты уложил. Да, у нас используем мод, значит. Тайга 6455. В. Вульверин это разработчик мистер Базос. В предыдущей серии вы видели на него обзор. Че, поехали. Сейчас здесь развернемся. Да, друзья, всем добра и здоровья. Хорошего дня и отличного настроения. Эта штука не сдвигаемая. О, ё-моё. Да чтоб тебе. Она ставит здесь этих рулонов металлических. Бах. Задом за ним. Не хочешь передом, задом поедем. Так, что-то я дорогу потерял. Давай, пробирайся. Ты так рада елка меня видеть.
Ух, сейчас здесь грязь помесим, да помесим. Мы приехали. Еще и короткие бревна сюда нужны. А, ну понятно. Зашибись. Отличная заданица. Как вам такая тема? Так. Мы помним с вами, что в заданном задании деревянный мост. У нас в описании задания не написано о том, что сюда нужны короткие бревна. Это я уже почти подвез сюда короткие бревна. Вот они. Таким вот прицепом для коротких бревен, это мод. Сейчас довезем и задание выполним. А то весело получилось. В описании написано одно, а папа другое. Что вот так вот, вот косяк в описании задания. Вот уже почти приехали. Доски я привозил с той стороны, короткие бревна с этой стороны. Вот мы и построили с вами мост. Отлично. Огромное спасибо. Теперь мы сможем добираться до завода не через скалу, а свалку. Свалку, скала. Сорян, свалку, не через свалку. Награда 640, 1250. Что, попробуем наш мост. Нормально выдерживаю. Ну и отлично. Что, закончим эту серию. Так что вот так. Помимо досок, нужны еще и короткие бревна. Всем, друзья, понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Транзитс, мы играли в SnowRunner и выполняли задание «Деревянный мост». Тут у нас Ростовская область, промзона. Всем удачи, всем добра, всем здоровья, всем пока. Пока-пока.